три шарика. Добрый день, Харьков. Меня зовут Константин Сердюк. Я президент Федерации спортивного бега Украины в Харькове, Харьковской области. Вот. И сегодня день спорта в городе Харьков. В парке Горького приехали многие разновидности спорта, многие федерации и федерация бега в том числе. Первый год, когда бильярд стал партнером проведения таких праздников, вот, теперь каждый год мы будем тоже участвовать. Вот, и обратите внимание, что мы представили бильярдный стол и бильярдную разновидность пул. Вот, и как бы, довольно-таки проект стал успешным, люди интересуются, дети интересуются, вот, многим нравится, показываю фокусы, трюки. Приглашаем вас. Тактической игры «Хардбол» представлена клубом «Барта». Эти парни помогут вам научиться стрелять и попадать точно в цель. «Хардбол», город Харьков. Федерация спортивного бильярда Украины в Харьковской области. Школа бильярда, школа чемпионов. Президент Федерации спортивного бильярда Украины Константин Сердюк. Я такой же человек, как и ты. Продолжаем встречать наших героев. Харьковская областная ассоциация карате. Харьковская областная ассоциация карате является официальным представителем Украинской ассоциации карате Харьковской области по карате. Ну и, конечно же, клубы являются подразделениями Всеукраинской национальной ассоциации джиу-джитсу. Украина из удовольствия Аура, прекрасное место для тех, кто заботится о своем здоровье и всегда поживут превосходной физической формы. Вступайте в ряды клиента Аура. Международная сеть женских фитнес-клубов «Фитферс». Ну, международная сеть женских фитнес-клубов выбрали для себя миллионы женщин и девушек по всему миру. Вы довольно красивой, энергичной, просто... Приглашаем вас на тренировки и турниры вот, по адресу улица Ахсарова, 21, спортивно-развлекательный клуб «Олимп». Вот, а также о подробной информации можете узнать на сайте billiarder.com. Спасибо.